Шень проводил занятия по этой своей книге, и они записаны, там 92 записи уже есть, уже выложены. Разумеется, я не буду считать, что вы все их уже посмотрели, и начну с самого начала. Книжка не очень толстая, книжка такая написана очень спокойно, в духе разработок ВЗМШ. Может быть, кто-то из взрослых даже помнит, собственно, она и сейчас работает, была во времена, так сказать, нашего детства тех, кто сейчас взрослый, и сейчас она тоже продолжает работать, так называемая Всесоюзная заочная математическая школа. Сейчас ее называют Всероссийская заочная многопредметная школа. Для нее писали всякие разработки. Там были они довольно хорошие. И хотя один из самых важных в этой самой школе, замечательный математик Зайчиков Алексей Гельфанд, уже умер, но, что называется, это дело живет, все-таки. И вот Шень написал в некотором смысле разработку для той самой школы. Эта книжечка 783 задачи. Разумеется, мы не сможем за учебный год разобрать все, но достаточно много успеем, и главное, что они легкие. Если вы начнете читать сначала, то так геометрию в общем не выучите. Итак, поехали.